Незнание не освобождает от ответственности. Об этом люберчанам напоминают судебные приставы. Чтобы рассеянность не сыграла с плательщиками злую шутку, они предлагают проверить наличие задолженности, не отвлекаясь от дел. Для этого на один день мобильный пункт судебных приставов разместили в МФЦ на Звуковой. Любой посетитель центра мог обратиться к специалистам, чтобы узнать о своих долгах. Речь идет о несвоевременной уплате налогов, алиментов и коммунальных услуг. Задолжать государству по-крупному чревато серьезными последствиями. Если у должника задолженность превышает свыше 30 тысяч, соответственно, судебный пристав принимает меры ограничения выезда за границу, а также лишения должника водительского удостоверения. Проверить наличие задолженности можно, не выходя из дома. Для этого достаточно зайти на сайт, адрес которого вы сейчас видите на экране. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.